большинства знаков зодиака в последний день июня возникнет желание совершить дальнюю поездку. Может вырасти тяга к риску, авантюрам, будет сильна потребность в общении. Овны. 30 июня рабочие задачи ставьте перед собой более четко и конкретно. От их выполнения зависит состояние бюджета на полгода вперед. Помните о том, что в летний период все продукты моментально портятся, и отравление получить легко, а вот избавиться от него сложнее. Тельцы, вам звезды не советуют во вторник заниматься бурной деятельностью. Поберегите силы и время на что-нибудь более полезное для карьерного роста. Пришел день для того, чтобы сказать «прощай» вредным привычкам. Близнецы, вас ждет день удивительных приключений, открытий и знакомств. Хмуриться и унывать будут только одиночки. Не упускайте прекрасные моменты, интересные встречи. Крупную сумму получите в качестве аванса. Раки, вам необходимо быть готовыми к резким высказываниям близких друзей. Только не обижайтесь, вы это реально заслужили. Эгоистичное поведение с вашей стороны – результат конфликта. А вот ради нерадивого коллеги жертвовать временем не стоит. Пусть сам реализовывает то, что ты планировал накануне. Львы, будьте пунктуальны. Если 30 июня вы опоздаете на работу, то потом весь месяц придется замаливать грехи. Нужно быть активными, не поддаваться уговорам и соблазнам. Интересно сложится поездка по служебным делам. Кстати, от нее вы все время отмахивались. Девы, вас ожидают гигантские задания на работе. Зато все комплименты в мире и приличную сумму получите, если проявите ответственность. В семейной жизни назревает конфликт. Снижайте агрессию. Хорошо будет уединиться вечерком, погулять в парке или сходить в кино. Весы. Велика вероятность, что некто очень назойливый вторгнется в ваше личное пространство и испортит все ваши планы на день. Деловые предложения не оставят вас равнодушными, деньги вам необходимы, и карьерный рост тоже не помешает. Скорпионы. Положительный со всех сторон ваш новый день наложит отпечаток на настроение, но это не значит, что можно закрывать глаза на имеющиеся проблемы. Бытовая сфера в запущенном виде, а про личную жизнь вы вообще забыли. Фантастическую операцию вы провернете в финансах, но только постарайтесь обойтись без махинаций. Стрельцы, вам звезды рекомендуют посвятить время себе, посетить салон красоты или модный бутик. Лето быстротечно, поэтому уже смело можно подбирать гардероб на осень. Регулярно питаться – это половина успеха, главное правильно подобрать диету, и одними занятиями в спортзале фигуру не исправишь. Проконсультируйтесь с инструктором. Козероги, вам 30 июня потребуется не только самообладание, но и приличная порция здравомыслия. Не забегайте вперед, если кто-то за вашей спиной распускает сплетни. Коварным типом может оказаться близкий друг. Много денег не бывает, так решите вы в процессе активного труда, однако здоровье тоже не металлическое. Водолеи, вы столкнетесь с такой бестактностью и лестью, что захочется убежать подальше. Постарайтесь быть деликатнее. Конфликт возможен, если не зарезать на корню его причину. От физических занятий откажитесь, самочувствие будет не на высшем уровне, к вечеру навалится мигрень. Рыбы, во вторник можете себе позволить немного полениться. Отпуск приближается, денег накопили, значит, можно помечтать о путешествии в приятной компании. Вечер последнего июньского денечка обещает быть романтическим и томным, впрочем, для этого придется постараться. 30 июня всем знакам зодиака многое будет по силам. Возможно, решение деловых вопросов благодаря личной инициативе и умению договариваться с людьми. Звезды знают, что говорят.